Твери проходит агитационно-экологическая кампания «Разделяй или проиграешь». Ее организаторы – участники проекта «Листок», студенты учебных заведений города. В этом году ребята побывали на форуме «Территория смысла в 2020», где выиграли грант на реализацию проекта по популяризации культуры раздельного сбора отходов. На полученные средства в столице Верхней Волжи будут организованы несколько эко-точек. На одной из них побывала съемочная группа нашего телеканала. Вы видели такой синий контейнер у вас на контейнерной площадке? Ну. А вы знаете, что в него необходимо утилизировать? Нет. Смотрите, в него необходимо утилизировать металл, стекло, пластик, бумагу. Тем, кто не знал, рассказывают, тем, кто забыл, напоминают. Студенты основных учебных заведений Твери вот уже месяц ведут просветительскую работу с населением города, направленную на популяризацию раздельного сбора отходов. Силами участников проекта «Листок» организовано сразу несколько так называемых «эко-точек». Ребята раздают горожанам своего рода памятки по раздельному сбору ТКО, а также отвечают на самые важные вопросы, посвященные этой теме. Вам же не так сложно взять бутылку и отложить ее от основного мусора, от пищевых отходов, допустим. А перерабатывающая компания примет бутылку, а не бутылку вместе с основным мусором. И это уже большой такой шаг к раздельному сбору отходов. Всего на территории Твери будет организовано около 10 эко-точек. Работа по популяризации культуры раздельного сбора отходов среди населения Твери стала возможна благодаря выигранному участниками экологического сообщества «Листок» денежного гранта на форуме «Территория смыслов». Помощь в создании проекта оказали партнеры, среди которых региональный оператор по обращению с ТКО, компания «Тверь спецавтохозяйство», а также профсоюз студентов ТВГУ и ТВГТУ. Грант был рассчитан на полноценное проведение агитационной кампании на улицах нашего города. Вот с этим замечательным кубом, который мы сами разрабатывали, делали. Были потрачены средства на дизайн, на проектирование. Помимо кампании, проводимой на улицах города и в торговых центрах, есть также такая вещь, как эко-мониторинг, то есть мониторинг контейнерных площадок в дворах нашего города. Как отмечают в компании «Тверь спецавтохозяйство», сейчас проблема раздельного сбора отходов на территории Верхневолжья стоит особенно остро. И такие проекты, как «Листок», помогают ситуацию улучшить. Можно видеть, да, что и на баннере отражены наши реалии тверские. Они рассказывают о дуальной системе, синие и зеленые контейнеры. И радует то, что, во-первых, сами ребята разделяют отходы, естественно. И что многие, где-то процентов 50 людей, которые к ним подходят, тоже это делают, но у них возникают еще вопросы. На этом работа экоактивистов не заканчивается. В ближайшее время они развернут еще одну эко-точку в одном из торговых центров города, где продолжат рассказывать горожанам о важности раздельного сбора мусора.